Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Построить успешную спортивную карьеру удается далеко не каждому, и причина не только в физической подготовке, а в множестве других факторов, ярчайшим из которых часто является искренняя преданность своему делу. Но как так получилось, что Каролина Севастьянова покинула художественную гимнастику сразу после победы на Олимпийских играх? Конечно, всегда нужно уметь уйти вовремя, но в то время девушке едва ли исполнилось 17. Несмотря на ранний успех, многие победы и достижения могли ждать ее в ближайшем будущем, если бы Севастьянова не бросила спорт на пике своей карьеры. Успех с третьей попытки. Мама Каролины, заметив природную гибкость дочери, еще в раннем детстве отвела ее на гимнастику. Но первый тренер забраковал юную спортсменку, сославшись на то, что она слишком негабаритная. Но вскоре ее заменил другой наставник. И с ним Севастьянова приступила к серьезным тренировкам. До девяти все шло как по маслу. Девочке очень нравился спорт. Но потом ее пути с тренером разошлись. И Каролина забросила гимнастику аж на три года. Подростковый период был тяжелым для нее, но вернуться в свою стихию помогла сама Ирина Винар. Знаменитой тренерша Каролина Севастьянова очень понравилась, и вместе они приступили к упорным тренировкам. Севастьянова занималась днями напролет, практически не вылезая из спортзала. Это помогло быстро вернуться в форму и догнать других коллег по цеху. Когда Каролина стала постарше, девочка просто расцвела на глазах. Многие называли ее самой красивой гимнасткой России. А когда она в составе женской команды по художественной гимнастике выиграла золото на Олимпийских играх 2012 года, 17-летней девушке пророчили огромное будущее. Внезапный уход из спорта. Но у чемпионки были свои взгляды на дальнейшее будущее. Севастьянова неожиданно для всех, в том числе для своей наставницы, приняла решение поставить точку в карьере гимнастки. Она с трепетом вспоминала годы, проведенные в постоянных тренировках, но решила не губить свое будущее, оставаясь в спорте. Винер пыталась уговорить ее остаться, но Каролина всегда планировала, достигнув заветной цели, направить свои силы в другое русло. Уйдя из спорта, девушка посвятила себя карьере модели и получению сразу двух высших Образований, тренерского и в области журналистики. Очарование Севастьяновой способствовало не только ее успеху в фэшн-индустрии, но и огромному количеству поклонников. Бывшие гимнастки приписывали множество романов, в том числе с публичными мужчинами, но ни один из них не закончился свадьбой. Сейчас ей 25. Севастьянова живет в Монако со своим бойфрендом, бизнесменом Александром Мазановым. Влюбленные много путешествуют и предпочитают пока не обременять себя браком. Бывшая гимнастка с удовольствием делится подробностями своей жизни в Инстаграме. Судя по всему, чемпионка. Камира ни разу не пожалела о своем решении бросить спорт на пике карьеры. Девушка живет в свое удовольствие и кажется, будто ее жизнь идет именно по тому сценарию, о котором она мечтала. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Новости в мире. Странички в Инстаграм и Facebook. Ссылки в описании.